Мое почтение, дамы и господа, меня зовут Анатолий, вы на канале Смирнов с ПК, и мы с вами продолжаем играть в первого Ведьмака. В общем, я хочу вас очень сильно поздравить от всей души. Мы с вами завалили квест, и не один, а целых два. Короче, вот этот дед, как я и предполагал, он и есть людоед. Короче, у меня же, как вы помните, забаговалась миссия с ним. Миссия называется «Паломничество». И, короче, нужно довести деда до вот этого алтаря, короче. Опять есть. Но хочется. Он завис. Дед идти со мной не хочет. Разговаривать он со мной отказывается. Ничего делать с ним нельзя. Толкать его бессмысленно, потому что толкать его... Вот он сразу начинает поворачивать и в обратную сторону. Короче, так по кругу его только если толкать. Это во-первых. Во-вторых, я зашел на форум, начал читать по поводу этого всего, разбираться, думал, как же, дед, блядь, с тобой решить проблему. Короче, мне предложили, что, типа, кому-то помогла... Да, это не только у меня проблема, то есть у многих есть такая проблема. То есть, как минимум... Три комментария я нашел, ну, многих, ну, блядь, это относительно многие. То есть, три человека, как минимум, натыкались на эту беду. Вот. И, собственно, мне сказали, что пиявки, взрыв пиявки помогает решить данный баг. Я приводил к нему и утопцев, и дрался с ним, да, он от них убегает. И пиявку рядом с ним взрывал, вот тут взрывал, вот так взрывал, вот так взрывал. Ничего не помогло, ребятки. Как стоял он на месте, так и стоит. С локации на локацию перебегал. Все, короче, возможное делал, кроме того, что перепроходить. Потому что я не хочу перепроходить вообще. Мы там много чего сделали, мы, считай, всю локацию, блядь, сделали, нахуй, вот эту. Короче, перепроходить мы не будем. Поэтому два квеста у нас забаговались. Это, собственно, квест на людоед и квест на паломничество. Потому что людоед не сделать без квеста на паломничество. Людоед — это дед. И его можно либо оставить живых, либо убить. Все. На этом все задания с дедом кончаются. Но мы их выполнить с вами никак не можем. Возможно, в дальнейшем, спустя какое-то время, дед разбагуется. Но я сейчас случайно заспойлерил себе одну вещь. Что? Есть квест на... Сейчас, секунду. Вот. Что вот этот пацан сидит, собственно... Блять. Что вот этот пацан, собственно, сидит в пещере. Вот пещера, где? Где она? Вот здесь же была, вот. В пещере он сидит, собственно, и мы сейчас к нему пойдем. Это я себе заспойлерил, я вам так сразу честно скажу. Потому что искал-искал квесты, решение проблемы вот этой фигни. И случайно увидел, что и квест решается тем, что мальчик будет сидеть в пещере. Дальше ничего не смотрел, честно. Просто увидел как-то, что мальчик сидит в пещере. Чего он там делает, как он там, я не знаю. Потому что было написано просто, что мы найдем мальчика в пещере, все. Поэтому вот так вот. Короче, ничего не помогает в борьбе с этим. И утопцев я к нему подводил, всяких разных, и пиявок подводил, и что только я с ними, короче, не делал. Ничего абсолютно мне не помогло. Поэтому будем играть пока так, пока как играется. Потом, возможно, мы что-нибудь решим эту проблему как-нибудь. И я не знаю, поприветствовался я с вами. Ну, наверное, поприветствовался, да. Так, вот у нас волки. Насколько я помню, их можно легко убить обычным мечом. То есть обычным мечом... Да ты гонишь, что ли? Обычным. Кью! Вот так, молодец, блядь. А почему вы по одному решили на меня напасть? Ёбаные вы волки, блядь. Еще нам нужно поговорить с эльфичкой. Я про нее совсем забыл. Да ёб твою мать, а. Поговорить с эльфийкой, потому что... Она немножко отказалась с нами сотрудничать.
немножко отказалась с нами сотрудничать. Ну ладно. Так, пойдемте искать пацана. Пещера у нас полностью исследована. Вот в эту часть мы сейчас пойдем. Где искать этого пацана, я вообще не знаю. Знаю, что в пещере. Может, вообще не в этой пещере, я не знаю. Бля, темно, пиздец. Волк, саркофаг. Волк, волк. Понятно. Насколько я помню... пещер здесь больше никаких нету. И вообще пещер никаких больше нету здесь. Ну, в игре. По-моему, не было ни больше никаких пещер. Темница была, где вход в этот... Вход в подземелье были. И, в принципе-то, и все. Больше-то я ничего не помню такого. Поэтому сейчас посмотрим, здесь ли есть пацан. Если нету, значит... Значит, в какой-то другой пещере. И, в принципе, все. И, в принципе, все. Давай, осматриваю волка. Давай, 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 быстрее. А, заебись. Откуда здесь столько волков, блядь? Мы же всех убивали, ебаный рот. Бля, вот я не люблю, когда они спавнятся заново, блядь. Какой хуй? В чем вот прикол, блядь? У нас уже, блядь, этих шкур нахуй ёбнуться можно. Так, проход-то куда? Проход сюда, все правильно. Еще волк. Грибы. А не видно пока пацана-то. Да убей ты, блядь, этого волка. Короче, не знаю, будем думать, будем решать, будем смотреть. Пока не видно пацана никакого. Да ну, блядь, как, почему-то эта задержка. Нельзя сразу облутать, блядь. Нет, надо ждать какое-то время, блядь. А что-то и нет никого, блядь. Ты вот откуда взялась, шавка, блядь? А что-то и нету никого. Не понял я. Останки, останки, грибы, блядь. Грибы. Внезапно, подождите. А, сказали же, что в пещере он. В пещере недалеко от этого. Это же единственная пещера здесь. Саркофаг, саркофаг. Пещера. Но здесь же больше нет никаких пещер. Так, а вон там что за проходик? Нет, там не, точно его нигде нет. Внезапно, вот это да, у меня вообще вся игра сломалась, что ли, или чего? Да ты откуда, блядь, беретесь-то, ебаный в рот? Я вроде, блядь, всю пещеру облазил, никого не было. Ну это тут меч, понятно. Ну давайте вернемся назад. Нет, вообще никого. Хорошо. Короче, я сейчас еще раз почитал по поводу этого. Это задание вообще решается в конце третьей главы, в третьей главе, блядь. Представляете? По кой хуй сделали, блядь, задание, которое решается в третьей главе. Короче, я все в рот ебал. Абсолютно все. Ебал в рот. И, короче, мы сейчас с вами идем по основным квестам. Я ебал, вот это все, блядь, то баги с дедом, блядь, то неправильная, блядь, постановка сюжета. Но объяснили бы, блядь, пока что нам искать его не надо, поищем попозже. Займусь этим позже, блядь. Все. Я бы понял, что, ну, мне сейчас это не надо, нахуй оно надо. Но нет, блядь, хуй кто что написал, хуй кого чего, блядь. Хорошо. Тогда, значит, задание именно второй главы.
И получается, идем мы поговорим с Раймоном. Это получается здесь. Но можно телепортнуться с места силы, то есть вот отсюда. Сразу же в этот. Вон место силы. Сразу же телепортнуться в зиму. Всем приятного аппетита, ребят, кто кушает или пьет. У меня сегодня просто обычный, простой обычный лимонадик. Ничего такого сверхъестественного нету. Меня вот эти вот плавуны, хуеваны, блядь, уже заебли, честно говоря. Просто настолько они сильно заебли, что с ними уже неохота драться, блядь. У меня вот этих мозгов, баночек, скляночек уже просто куча, нахуй. Если бы кто-то продавал именно... Блядь, продавал. Если бы кто-то именно этот... Если бы кто-то именно предлагал что-то за них, то тогда да. Короче, пойдем по основному сюжету, а там потом посмотрим. Проходить, не проходить, как проходить, как чего. Так, ты мне что не скажешь? Пока. Ничего не скажешь. Все, тогда пойдем, этот. Тогда пойдем, собственно, что за алоэ? Надо собрать. Алоэ, отлично. Пойдем по основному сюжету. Разберемся с этим всем делами. Ну, ребят, уж чуть поделать, что поделать. Вот это мы пойдем, вот это мы пойдем, вот это мы посмотрим. То есть сюда, сюда и сюда, понятно. Кто так плачет в облаках? Потому что, ну я не знаю, это какая-то глупость. Почему забаговался квест? Да хуй его знает, никто не объяснит, блядь. Неужели нельзя было эту тему пофиксить, какой-то выпустить патч там или чего-то? Так, ну чё ты, пес? Так, во-первых. Я добрался до пленника. Он что-нибудь сказал? У меня было мало времени. На нас напали люди могилы. Ты уверен? Странно. Могила должен быть заинтересован в том, чтобы устранить Саламандр. Разве что я о чем-то не знаю. Евет мог его запугать или купить. Мы должны это проверить. А возвращаясь к пленнику... Удалось что-нибудь из него вытянуть? Пленник успел сказать одно слово. Калькштейн. Калькштейн. Да, в этом что-то есть. Калькштейн талантливый алхимик. Он мог принимать участие в экспериментах. Я встречал его. Он не похож на преступника. Знаю, но надо проверить все зацепки. За работу. Я наведу справки в городе, а ты пока последи за Калькштейном. Завоюй его доверие. Узнай все о его планах и секретах. Ну, чем займемся дальше? Расследование — это как рыбалка. Необходимо терпение. Я больше люблю охоту. Тогда завоюй доверие Калькштейна. Выполни для него пару заданий. Узнай что-то, что его интересует. Может быть, он тебя наймет. Уже выполнили. И еще, поговори с могилой. Только не дави, характер у него отвратительный. Так, стой, подожди. Что там у тебя еще было? Я расспросил капитана стражи. Есть выводы? Я думаю, он не виновен. Удивительно. А он точно тебе лапши на уши не навешал? Да хуй знает. За мои уши не волнуйся. Это не Винсент. Ладно, тогда я вычеркиваю его из списка подозреваемых. Пока. Он что-то скрывает, но что именно, я выясню потом. А что насчет других зацепок? Расскажи мне, как это быть частным детективом? Грязная работа в городе, где и так полно грязи и заговоров. Короче, и понятно. Недавно я следил за Морденом. Капитаном стражи Фольтеста, таким крутым мужиком. Слышал о нем? Нет. Я застукал его на конюшне с двумя молоденькими пажами. Ты не поверишь. Хватит с меня. И чё? Внимательно тебе... Ну? Расследовать... Я... Тогда... И... Понятно, короче.
Простая дедукция. И что нам, просто следить за ним надо или что? Так, смотри. Нам надо в любом случае идти для Калькштейна, получается. Ну, погнали. Только я не понимаю одного. Мы еще не завоевали его доверие. Я думал, что мы уже все. Или надо именно в башню попасть, только тогда мы завоюем его доверие. Вот это мне непонятно пока что. Так, как Алькштейн, блядь. Да? Где мне стоит в книгу? И чего? Эту формулу надо обдумать. Подожди, написано. У меня есть неоспоримые уроки против могилы и алхимика Карштейна. Первым займется Раймонд, а я должен завоевать доверие алхимика. Лучший способ выполнить для него какую-нибудь работу. Понятно. Я прочел историю Сефиропа. Этой информации в сочетании с данным из Врат Тайны должно хватить Калькштейну. И чего? Врат Тайны. Эту книгу я читал. Мне нужна книга Врата Тайны. А у кого ее можно было купить? Какого-то торговца мне говорили, ее можно купить. Блять, а вот я не помню какого. Врата Тайны. Наверное, у кого-то здесь. Пойдем тогда сейчас, смотри. Идем до торговца, до торгашей. Смотрим, есть ли у них этот... Блять, ну че вы разбегались-то, ёбаный. Смотри. Антиквар, пойдем до него сначала дойдем. Вот. Мне нужна информация о башне на болотах. Есть какие-нибудь книги на эту тему? Посмотрим. Да, в книге Альвара «Врата тайны» упоминаются разные магические башни. А конкретно об этой башне есть что-нибудь? Да, кажется, ее историю он тоже описывает. В таком случае я ее беру. К сожалению, у меня ее нет. Блять. Я годами пытался убедить Галана Вивальди продать мне книгу, но он такой упрямый краснолюб. Знаешь, понятно. Что-то в голове крутилось. А, наконец вспомнил. Была еще. Это мы знаем. Это у нас есть. Она у нас есть. Подожди, стой, тебя что-нибудь там продать-то, что там есть? Я несчастный. Смотри. У него есть книги, которые вообще я не читал. Алхимия. Мечта дракона. Блять, по 400 рублей. Ебанулся, что ли, дед? Блять, иди-ка ты нахуй. Короче, смотри, мне нужен Вивальди. Вот, сюда. Сейчас, значит, сходим к Вивальди. Узнаем у него, как заполучить книгу. Он нам докидает еще, блядь, квестов. Ну, а продвигаться по сюжету, потому что застряли мы с этими побочными квестами, которые, блядь, не проходятся почему-то. Это разберем. Так. Геральт. Что происходит? Мы арестовываем его за сговор с террористами. Он? Воин с Коэтаэлей? Его племянник служил в том отряде, что Орден взял в плен. Отряд, который убил жителей деревни около Вызимы. Они не признались, но мы знаем. Нет, это ошибка. Мой племянник молодой и глупый, но он не убийца. Был глупый. Его уже повесили, и перед смертью он признался, что общался с тобой. Хорошо, что мы загробастали их до того, как они заполучили груз оружия. Харин, настоящий патриот, погиб, когда заманивал их в ловушку. Собирай свои манатки, Вивальди. Будешь горевать в каземате.
Я не хотел вмешиваться в дела Говинкара со Скоэтаэлями. Молодые дураки не оставили мне выбора. Харен испугался мести белок. Он предал всю команду. Я думал, что он обеспечит свою безопасность и получит вознаграждение. Сейчас молодые нелюди кормят собой ворон. Победители в этом конфликте. Ведь наверняка найдется тот, кто отомстит молодежи, борющейся за свободу. Кто-то использует эти смерти в своих целях. Только пожиратели падали будут сытые. Вороны. Угу. И чего? И что получается? Вивальди забрали. Здесь у него дома вообще ничего нет. Да, ебать. Погнали. Это, скорее всего, в этой. Да, я так и думал, что это в темнице. Потому что, по логике, только там, больше негде. Блин, как-то все это... Все против нас. Ну ладно, так, нам получается прямо... Сейчас вот сюда. Вот так вот, все хорошо. Даже я не знаю... Но у нас есть кольцо. В моей голове мелькнуло только кольцо, что мы можем показать кольцо и сказать, типа, давайте его ко мне, типа... И вы не имеете права его трогать. Сработает ли это, я не знаю. Либо за вот этот наркотики выкупить его у этого, но, блядь, он не отдаст, наверное. Хотя за наркоту, может, и... Не знаю, сейчас посмотрим. Так. А могу я поговорить? Даже не думай. Любой арестованный за пособничество с Коэтаэлем политический преступник. Не лезь к нему. Прекрати пороть чушь. Он всего лишь старый краснолюд. А чего это ты за него вступаешься? Мне нужно с ним поговорить. А мне все равно. Плати 200 аренов залога. Да пошел ты нахуй. Тогда я его выпущу и делай с ним что хочешь. Вот твои деньги. А, ты все, ты типа, и все? И все? А с кем еще можно попиздеть? Может быть, я и вор, но в этом виновата... Ни с кем? Подожди, Вивальди, я сейчас посмотрю, может, там твои вещи лежат. Нет. Ты все, да? Да какой заперто, вот с ним поговори. Да. Хорошо. Тогда идем пиздим с Вивальди. Главное, вышел, блядь, ничего не сказал. Ни спасибо, ни до свидания. Не сказал, ведьмак, там, ты это. Молодец, блядь. Охуеть. Просто съебался, блядь. Вивальди, а ты не прихуела ли чмо, блядь? Ничего так-то, что, ну, с тебя бабки, блядь, 200 аренов, нахуй. Это 200 аренов только, блядь, без процентов, нахуй. А еще сколько, блядь, я ходил за тобой. Время тратил, блядь. С тебя книга, нахуй, не ебет. Если книги не будет, ну, как бы, блядь, голова с плеч, нахуй, и все. И с кое-то элем продадим, нахуй, твою голову. Сука, куда зашел, блядь, по... Нельзя сделать, блядь, дорогу, ебаный в рот. Не могу вернуться к работе. Да мне, блядь, ну вот ты дурачок. Вот не можешь и не работай. Чё, в чем проблема-то? Уволься нахуй, сиди вон на улице на картонке, блядь. Все ноет, блядь, что-то. Вивальди, ну пиздец. Пизда тебе. Ну, о, хули ты метешь, блядь? Что привело тебя сюда, ведьмак? Охуел ты, пес, блядь? Что... А спасибо, блядь. У тебя нет книги «Врата тайны»? Есть. В том, что осталось от моей библиотеки. Если хочешь, то можешь ее получить. Сколько? Не обижай меня. Ты вытащил меня из тюрьмы. Я дарю ее тебе в знак признательности. И прекращай уже болтать всякую чушь.
Он что, слышал меня, да? До встречи. Сука. Катлинг старый, блядь. А нахуя нам две книги вот эти? Ну, эту мы уже читали, а вот эту, ну давай. Старики говорят, что давным-давно на болотах жил маг. Дни и ночи он сидел над своими книгами и ретортами. Чем? Ретортами или ретортами? Наверное, ретортами. Говорили, что он ищет камень, который будет превращать свинец в золото, а родниковую воду в самогон. Или, другими словами, камень, способный облагораживать любое вещество. Но боги были недовольны, ибо в своей гордыне забрался он туда, где не место смертным. И однажды ночью разразилась страшная буря, которая до основания разрушила башню колдуна. Это которая упавшая башня, скорее всего. Однако он построил новую, вот которую нам надо попасть. И наложил на нее особое заклятие, чтобы она смогла противостоять шторму. Тогда однажды ночью сама земля возмутилась и повалила башню колдуна. Новую. А он построил еще одну, на которую... В смысле? А, тьфу, блядь. На которую наложил заклятие, которое не давало земле повалить ее. Теперь ни небо, ни земля не могли повредить магу. Но в один прекрасный день он исчез. Некоторые говорили, что маг взял ученика, который привел его к такому концу. А другие во всем виновали женщину. А третьи утверждали, что создание самого волшебника восстали против него. То есть, как они называются-то? Ну, вот эти каменные псы. Как бы то ни было, башня заперта, хранит свои тайны. А что в ней скрывается, никто ничего не знает. Задание... Все, пойдем к Алькштейну. Хорошо. Бля, по основному проще сюжету идти. По основному сюжету, бля, вообще заебись. Здорово, шлюха. Калькштейн! Падла! Я собрал информацию для тебя. Попу... Да? У меня есть... Говори быстрее! Устраивайся поудобнее. До того, как построить эту башню, маг возвел две другие, но они рухнули. С третьей все получилось, и она стала его домом и лабораторией. Значит, я там все правильно прочитал? Это я знал и без тебя. И что, это все? Маг жил в этой башне, пока не исчез. Скорее всего, он мертв. Он пытался оживлять неодушевленные и создавал глиняных големов, которые ему служили, но не были венцом его творения. Да, это совпадает с легендами о Страже Башни. Есть еще кое-что, хотя я не очень понимаю эту часть. Я узнал, что есть 10 краеугольных камней, которые представляют элементы и нити судьбы, от которых произошло все сущее. Угу. Значит, старые свитки не врут. Сефироты. Мне стоило догадаться. Я знал, что тебе это понравится. В одной книге есть туманные указания, где искать камни. Мы должны найти все 10 сефиротов. К счастью, один из них у меня есть. Мое сокровище. Хохма. Камень мудрости. Думаю, ты хочешь, чтобы я нашел остальные 9 камней. Ну, мы уже нашли. Да! Около башни есть кольцо каменных обелисков. Когда у тебя будут все 10 сефиротов, положи их на обелиски. Мы так близки! Какой это будет прорыв? Я утру нос этим замшелым профессорам в Оксенфурте! Я их уничтожу! Калькштейн, уймись. Прежде чем начнешь свою интеллектуальную бойню, я должен найти эти проклятые камни, а я понятия не имею, где их искать. Информация в книгах, мягко говоря, расплывчатая. Извини, замечтался. Ты можешь показать мне эти книги? Я напишу тебе все, что знаю. Хорошо. Ага. Ага, и че ага-то, блядь? Я нашел 2 сефирота, осталось 8, я нашел, осталось 4. Я нашел 6, осталось... Хм. Понятно. А у тебя нету? А у тебя нет. Так, ну смотри. Я нашел 7 сефиротов, осталось 3.
Где искать эти остальные эти? Остальные хуйнюшки. Пойдем пока сходим до этой. До Шани. И заодно зайдем к торгашам. Возможно, мало ли они продают эти самые... А время-то ночь. А время-то ночь. Так, бабуль, ты меня пропустишь? О, спасибо. Бабулечка, ты молодец. Так, Шани, привет. Ужинает. В чем дело? В лечебнице была драка, погибли люди. Почему у меня такое ощущение, что ты в этом замешан? А, ну это да. Геральт, изволь объясниться. Я хотел допросить заключенного. Несколько громил попытались нас прервать, и, увы, это их тела потом обнаружила стража. Мне это не нравится, но я тебе расскажу то, что случайно услышала. Заключенного собираются переводить в безопасное место. Надеюсь, это тебе поможет. Шани, спасибо тебе за понимание и помощь. Просто нужно за тобой приглядывать. Хорошо. Пока. А вот она нам и помогла, значит. Безопасное место собираются перевозить. Это же засчитался квест как этот? Нет. Блять, ну я вообще хуй знает. По идее, нам бы сейчас поспать. Так, там, наверное, закрыто, да? Да. Вот пойдем сюда тогда. Сейчас, если здесь есть костер у костра, пересидим, переждем. А, тут есть, кстати, это. Есть. А, костер-то есть, но в нем нельзя пересидеть. Блять, тут какая-то хуйня. Ой, блядь, я вообще, короче, не знаю, что делать. Блядь, микрофон упал нахуй. Я, короче, вообще не знаю, что делать. Нам, по идее, нужно искать вот эти обелиски. Точнее, не обелиски, а эти. Пойдем до чистильщика доебемся, что ли. У нас даже нет кремния, да, вот этого? Пиздец, у нас нихуя нет. Понятно. О, жизнь. Ворота к дамбе. Это что? Это по какому? По какому вообще квесту, блядь? А, таинственная башня. Ну и что я туда схожу? Что мы можем? Я туда схожу, мне скажут, блядь. Найди еще сефироты. И все. Не, мне кажется, их надо у кого-то получить. То есть, ну, вот этот мне дал один сефирот, хохму. И мне, получается, еще останется... Блять, а как... А, вот, мир. Уир. А сюда не переключиться? Беда. Мне останется еще... Подожди, а может зайти к могиле? Хорошо, заходи. Вот так вот. А тут могила сидит. А он мне не нужен, блядь. Нахуй мне могила? Нахуя мне могила? Я не знаю. 20 соринов потратил. Ну, нашел еду. Нашел вино. Лестницу нашел. Еще шкаф какой-то. О, как кремень. Заебись, кремень это хорошо. Вон еще шкафчик какой-то. А, тьфу, блядь, это... Короче, надо думать, надо думать, надо думать. Блядь, дел много, но дел решаемых, блядь, непонятно. Ладно. Я думаю, в процессе разберемся. Наверное. Ух ты, блядь.
Ну, мою, наверное, в процессе разберемся. Ну, давай поговорим с ним. Мы с ним вроде не разговаривали еще, а может, разговаривали. Хуй я знаю. Что? Да, встать. Зря ходил, короче. Ничего он мне не сказал. Блин, беда. А где-то... А. Короче, у меня остается только вариант поговорить с торгашами, попробовать выкупить у них вот эти камни. Потому что, ну, а у кого еще, эти камни взять? Я не знаю. И ладно, камни. Есть же еще эти второстепенные квесты, которые вообще непонятно, как делать. Так, с тобой есть диалог по поводу камней? С ним никаких диалогов вообще нет. Вообще никаких диалогов с ним нет. А это плохо. Кстати, надо кремней взять, пусть лежат. Пусть лежат. Кремни. Собачье сало тоже, блядь. Надо сделать квест. Но у меня сала-то, блядь, нету. У меня сало сколько? Где, кстати, оно? Я вообще его не вижу. Что-то я не понял. Где у меня сало, блядь? А куда я сало дел? Я его что, продал? А куда я его, блядь, продал? Гоните, что ли? А, вот оно. Ёб твою мать, я еще более зеленоватый такой оттенок. Типа, как вот здесь вот. Я думал, вот, блядь, пиздец, я уже испугался, ребят, честное слово. Короче, нихуя. Ну, давай, давай поспим. Прощай. Да не прощай, блядь, давай поспим. Поспим, сходим до... Торговцев. Если у торговцев окажется, что у них есть новые таланты, блядь. Куда мне нахуй эти таланты? А, ну вот серебряные мечи. Ну вот это у меня все вкачано. Здесь тоже, здесь тоже. Здесь получается вот, вот это. И получается вот это и вот это. Все. Поспим до полудня. Хочется врезать кому-нибудь. Поспим до полудня. Посмотрим с вами, что можно будет сделать дальше. Так. А вот этот тип, это вообще кто? Как? А я с ним играл в этот. Язон Явет. Я тебе морду разобью.
А я не понимаю, я играл с ним? Давай попробуем с ним поиграть, я не помню, играл или нет. Сейчас попробуем поиграть, может, возможно, мы сделаем квест. Пара. Пара. Окей, давай еще раз. Сейчас либо тройку, либо четверку, я в шоколаде. Заебись, я в говне. У него же сейчас, естественно, выпадет, блядь, тройка или шестерка. Нет. Осхуяли! Ну нечестно же. Ну конечно, блядь. Пара. Он сейчас бросит, у него будет, блядь, еще четверочка, да? Да, понятно. Понятно. Так, стой, ты никуда не уходи. Я еще с тобой хочу поиграть. А че у меня свет не горит? А, горит, блядь, там из-за стула не видно нихуя. Я думаю, че у меня свет сзади не горит на подсветке? Думал, блядь, че, сгорел? Пара. У него, разумеется, тоже пара, блядь. Ну, конечно. Блин, давай еще троечку мне. Ох, хорошо, две, вообще прекрасно. Все, ему меня не обыграть. Отлично. Следующий раунд. Давай сейчас еще разочек выигрываем и посмотрим. Говно. Не, ну конечно, три. Ой, блядь, понятно. Да пас. Там смысла не было. Там у него, блядь, сет нахуй пара, блядь. Так, ну пара. Это что было, блядь? Какой-то бред, блядь. Давай еще троечку, нахуй, и мы победили. Ну, конечно. Ну, конечно, блядь. Бля, ну это бред, нахуй. Ты чё? Дурачок? Ну, пара. Я не удивлюсь, если ему просто сразу 5 одинаковых выпадет, нахуй. Чисто без подкрутки, пацан. Никакой подкрутки в этой игре нет, ребятушки. Вообще, вы чё? Какая нахуй подкрутка, блядь? Вы что, с ума сошли? Никаких подкруток, нет, нет, нет. Это же вам не гвинт, чтобы здесь были подкрутки. Здесь чисто рандом. Абсолютный рандом, ребят. Вообще рандом. Если мне из трех не выпадет единица, ну это печально. Ну это печально. Это победа его, кстати. Геральт проиграл, ну неудивительно. Ну и сейчас он опять выиграет, сейчас ему, блядь, все 5 выпадут. Ну, у него уже, блядь, а, это у меня? Нихуя себе. А у меня фулл хаус, пидорас. Тебе фулл хаус не победить. Как дела?
пока не родила, блядь. Заебал ты, пес ебаный, ну какой. Ну, в первом раунде мне повезло, у меня сейчас сразу сет, блядь. У него две пары, блядь. Ну, две пары это хуйня по сравнению с сетом, блядь, братан. Две пары это хуйня, вот сет это заебись. Но это хуйня, конечно. Он сейчас перекинет три фи. И я проиграл, да? Ну, конечно, блядь. Конечно. Ёбаный в рот, какого хуя? Пара. Хуй. Окей. Бля, ну потная катка нахуй. А потом окажется, что я с ним уже играл, да? Хуй. А у этого сейчас, блядь, 5 из 10 нахуй, да? Нет, у этого тоже хуй. Геральт выиграл, заебись. Ну, хуй против хуя, конечно. Пара. Одна, блядь. Ну у этого, блядь, стрит фулл хаус, нахуй. Я ебал, блядь, по-любому, нахуй. Раз, два, три. Сейчас я вот переброшу. Мне нихуя не выпадет, он перебросит, у него сразу 15 парных. Смотри. Ну я как и говорил, да? А, нет, у меня стрит, кстати. Ой, сет, блядь, стрит. А у этого хуя выиграл. И я с ним, походу, играл, да? Ёбаный в рот, блядь. Потратил опять время, нахуй. Ладно. Пойдем, дойдем, значит, до этих пацанов. Торгашей. Посмотрим, может, у них есть у кого-то эти камушки продаются. Кармен, ты что-нибудь продаешь, Кармен? Рады. Нет. Она играет в кости, но с ней, мне кажется, не обязательно. Купец, подожди, купец. Купец. Можно как по. У него нихуя нет. Кстати, у него есть броня за 5000, да? Как... Ну конечно. Где только взять в этой игре 5000, блядь? Ну продать все, ну там не выйдет 5000. Конечно. Это перековать меч. Чё? Пока. Понятно, короче, одна хуета. Ну сейчас сходим, если нет, то я особо даже и не знаю. У кого можно еще взять вот эти вот руны? Эх, вы. Сгонять к алхимику? Не, возможно, у него есть. Ты кто вообще? А что? Понятно, он просто пиздобол. У тебя, по-моему, только книжки, да. У тебя что? У тебя только еда, блядь. У тебя только хуета, блядь. Ну и получается все, да? Блядь, а... Ладно, хуй бы с ним. Мы с вами на этом закончим. А в следующей серии продолжим. Пойдем тогда... А куда пойдем-то? Я начал расследование насчет главы Саламандр. Я работаю с детективом по имени Рейдмонд. Может быть, с его помощью мне удастся узнать, кто работает на Азара Еведа, и таким образом найти его. Я провожу расследование в Изиме, и следы ведут к Азару Еведу. Должен достать для... Это, блядь, вообще похуй. Это вообще не сейчас. Это вообще не с кем. Это вообще непонятно. Это вообще не сделать.
Это... хуй знает. Это... пока нету камней. Это... вообще не сделать. Это подозреваемое понятно. Покер. Подожди. Поиграть с профессионалами. И... так, ладно. А, мне нужно еще 3 броши саламандр, блин, кстати. С Раймондом о Калькштейне. Калькштейн мне уже доверяет, пора поговорить. Блять, а мы же были у него, ебаный рот, он нам не доверял нихуя. Вот, блять, что за хуйня? Ладно. Башня и сапфиры. Хорошо, значит, в прошлой следующей серии мы с вами и остановимся как раз-таки на Калькштейне. Сохраняемся и ссылочка. На... извините, ребят, что получаются такие не очень сильно информативные серии, возможно, даже скучные. Такая игра, ребят, сюжет не очень сильно продвигается, потому что небольшие затупки, вот, например, с тем, что квесты не залагали из-за того, что я, блядь, сходил в какую-то пещеру, блядь, в которую не надо было идти. Ну, кто знал, что в нее не надо было идти, это же, типа, открытый мир, блядь. Короче, вот такие вот дела. Но все равно мы эту игру пройдем, как бы, в любом случае, если что, нам подскажет интернет. Поэтому, ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на мою страницу ВКонтакте. Съебался с кадра, нахуй. Не пизди, блядь, видишь, я записываю, ебаный рот. Пошли они все. Ты, блядь, кого послала, нахуй, дурак. Дурак. И комментируйте, ставьте лайки, и скоро мы с вами увидимся, ребятушки. Всем пока. Ну, чё уставились? Пока.